это мухомор, ядовитый гриб, нельзя брать. Wild berries, tasty and healthy. Yeah, here it is. Брусника in Russian. Но мы хотим идти за грибами. We want to forage mushrooms. Poison mushroom. Идите сюда, здесь боровички есть. Березовик на старый. Ой, это же боровик. Это же боровик. Wild berries.
Через неделю выйдем где-то к людям. Как? Ну, заблудимся и выйдем через неделю. Будем ночевать неделю в лесу. А мы здесь вроде шли. Ой, какие красивые. Ой, а, это тоже старенький. О, хороший. Ну что, пойдем. Красивый грибок, да, боровик. Да, и вроде здесь шли, да? Все равно находится. Какой красивый. Какой красивый, а? О, как красиво. О. Ой, как красиво. Ой, как красиво. Папа, а мы что будем неделю или сейчас вот или когда-то жить в лесу? Не, я шучу за это. Сыроежечки берем или нет? Вот это тоже боровик, но он такой немножко недоросший или переросший. Да, это боровик такой, а это лисичка. 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 Красивый гриб. Ой, какой красивый боровик. Ой, какой красивый, посмотрите. Здорово. Здесь такой красивый, да, лес? Аккуратный. Много сыроежек, но сегодня особо сыроежек брать мы не будем. Вот это сыроежка. Вот это. Тоже хороший грибок. Мы так его брать особо. Ну, ладно, этот возьмем.
сыроежечки. Нет. Тут явно никто не ходил, потому что много грибов, которые как бы остались. Можем здесь немножко и потом так обратно. Ну, это и был тот красивый лес, наверное, который я имел в виду. Потому что там пройти через заросли эти казалось. И вот туда хочется немножко. И, в принципе, в обратную сторону можно идти. Хороший маховичок. О, красивый подберезок. Такой, да? Красивый. О, какие молодые. Ну где вы там? Ну, а покажи чайник. Ну, супер. Многие не знают, но этот гриб тоже съедобный. Он тут даже жук сидит, ест его. Хотя он похож на белый мухомор немножко. Это, ну, я не знаю, одни называют его цыганка. Такой гриб тоже очень вкусный, с таким специфическим вкусом. Часто его много растет, но он съедобный. Это не белый мухомор. Но тем, кто не знает, конечно, лучше не брать, чтобы не перепутать. Ну где? Тут, о, это. И тут, вот. Вот о, это. Это лисички. Очень хорошие грибы. Они никогда не червивые. И редко встречаются. Ну нет, они не редко встречаются. Просто сейчас, можно сказать, сезон чуть-чуть. Вот такие хорошие грибы. А две лисички будут мою, а остальные ваши. Давай. Давай, давай. Тихо, там сейчас. Готовлю. Часто лисички, они прячутся в мху. И... Но все равно их хорошо видно. Вот что там что-то желтенькое светит. Ярко-желтое. Очень хорошие грибы. Тоже в своем роде со специфическим вкусом. Немножко кисловатым.
Ну, никогда не червивые. Очень хорошие грибы. Вот такой change вы видите, да? Ну что сделаешь? А, шутка, конечно. А это черника. Лесные ягоды. Самое полезное, что может быть. Для организма. Поэтому собирайте ягоды, либо покупайте у тех, кто собрал ягоды в лесу. Вот тут и черника, и брусника. Все ягоды в одном месте. Только лишь нужно терпение, чтобы их собирать. Это сыроежки, хорошие грибы, но сейчас не возьмем. Да, вот те грибы, про которые я говорил. Вот это так называемые цыганки. А, вот, похожи немножко на белые мухоморы. Да. Ну, первый раз лучше собирать с тем, кто знает. Они очень вкусные, своеобразный вкус, съедобные. Ну, многие их не берут, потому что они выглядят немножко как поганки. И потом люди немножко боятся, но тем, кто знает, это хорошие грибы. Так, вот тоже хороший гриб, но это не боровик, это подберезовик, тоже очень хороший гриб, и мы его возьмем. О, какой красивый боровик. Это и перевожу с латышского, поэтому точно не знаю. Это тоже боровик, красивый. Здоровский, но называется, если то, перевод, елочный боровик, но по-русски, наверное, как-то по-другому звучит. Ну, можно посмотреть книжки. Ой, сколько там. Там сыроежек, но сейчас не будет, мы будем брать. Вот сколько тут лисичек. А вот лисички, наверное, возьмем, да? Вот желтенькая светится, да? Вот желтенькая светится. Желтенькие лисички положим сюда. Ой, посмотрите, сколько тут лисичек. Вот лисичка, вот лисичка, вот. Немножко чистим. Вот лисичка, вот лисичка. Я здесь. Вот лисичка. Вот лисичка. Да, вот буду я лисички.
А, это тоже эти, которые... Немножко другие грибы, но они хорошие, съедобные тоже. Будем брать. Это у нас растет старый большой подосиновик, очень хороший гриб. Этот очень хороший гриб. Немножко он уже староватый, но чистый. Поэтому в этот раз мы его возьмем. Нужно будет дома посмотреть. Ой, какой красивый. Ой, ну покажи. Потому что кружился. Ну покажи. Так. Так. Ой, какой красивый, да? Хорошо. Мне кажется, это большой-большой боровик. Я прав? О, какой большой-большой. Смотрите, ой. Какой большой-большой. О, какой большой. Ну можно, почему нет? Ну, Зака, покажи, сколько мы собрали. Долго. Вот столько собрали. Тоже были часик и собрали. Очень много боровиков в основном. Лаванда, ну, какая-то и еще какая-то. Да, и другие грибочки. Спасибо, что смотрели.